Что там, Дика? Что случилось? Какой счет? Уругвайцы нам забили. 2-1. Всего лишь до 10 минут до конца игры. Вперед, Бразилия. О, нет! Финальный цветок. Мы повержены со счетом 1-2. Бразилия проиграла. Чемпионат мира 50-го года. 200-тысячные трибуны погрузились в траурную тишину. Я выиграю Кубок мира для Бразилии, пап. Обещаю тебе. Не говори глупости. Слушайся маму. Лучше учись как следует. А от футбола беги как от чумы. Завтра послушаем, кто попал в состав сборной Бразилии. Мне 16. В сборную я точно не попаду. Ага. Он прав. И чего тогда слушать? Только расстраиваться. Радио «Пасы Рэндас» объявляет имена игроков, которые вошли в состав национальной сборной. Но также в состав сборной вошел 16-летний Дико Назименко. Невероятное достижение! Дико? Что с тобой? Тебе плохо? Я попросил Юрия вышить тебе вот это. Пеле? Да. Так меня дразнили богатые мальчишки, чтобы поиздеваться. Нет. Так тебя прозвали болельщики за твою джингу. В тот день я понял, что в тебе есть то, чего не хватило мне. Время пришло, Дико. Бразильцы полностью контролируют ход игры. Кажется, все они улыбаются. Это невероятно, дорогие друзья. Эта игра войдет в историю.